Искусство не делится на современное и традиционное, а художники не делятся на национальности. Так считают организаторы благотворительной арт-выставки с символическим названием «Неделя». Репродукции, картины, интерактивные анимации. Тут представлены работы 28 авторов из Карачаева-Черкесии и других регионов Северо-Кавказского федерального округа. Этой выставкой мы хотим показать, что в Карачаево-Черкесии могут и будут проводиться такие мероприятия. Всю выставку продумала комьюнити студентов, все из разных вузов России, из крупнейших даже вузов России, да. Мы создали выставку при поддержке Министерства культуры КЧР. Зураб Замирович нам помогал. Он предложил сделать проект, мы показали, что мы хотим сделать, и он поддержал. Помимо самой выставки, тут организован лекторий для обсуждения течений в современном искусстве и фэшн-индустрии, а также литературы, бизнеса, фотографии и музыки. Один из спикеров проекта, молодой писатель Далиль Мирза, рассказывал гостям выставки, как сегодня издать свою книгу и с чем можно столкнуться на литературной стезе. Меня проект сразу заинтересовал, потому что очень интересно сделан проект. Это что-то необычное для нашей республики. Как мне кажется, проект поможет творческим людям взаимодействовать друг с другом, познакомиться, также стимулирует других творческих людей не в стол это все делать, а как-то самореализовываться. Мне кажется, это очень благородная цель. Каждый гость выставки сможет найти тут для себя что-то новое и интересное. Равнодушным точно не останется никто. Мы не ожидали, что будет настолько классно, настолько круто, безумно крутые картины и хорошая организация, опять же, большое им за это спасибо, надо отдать им за это должное, вот. Очень классно то, что, в принципе, в Черкесске какие-то такие проекты начинают реализовываться, потому что для нас это большая редкость, особенно когда этим занимается молодежь, это вообще вдвойне приятно, вдвойне круто. По поводу лекториев, очень интересный график, очень интересные темы, при возможности, конечно, всем советую сюда прийти, и по-любому что-то интересное вы для себя узнаете. Но главная особенность выставки – ее благотворительный характер. Все средства от продажи билетов пойдут в благотворительный фонд Самира и на проведение летней творческой школы для детей из отдаленных селений. Мадина Лайпанова, Олег Молхожев, Архыз 24.